Всем привет, доброе утро. Зима продолжается. У нас с утра все проснулись, готовлю завтрак. Вика уже позавтракала. Она раньше встала. Это оливье, компотик. И яичница. Завтракаем с Сережкой вдвоем. Назар еще спит. Вот, я хочу сейчас быстро покушать. И нам надо в магазин. Ой, какая я красивая. Ужас. Я просто устала, еще в зеркало не смотрелась. Но уже закуталась. В магазин надо такие моменты купить, как... Сейчас скажу, как шо. Сейчас нарисую. Ой, блин, перевернула. Яичница. Вот так вот. Шампунь, бальзам у меня закончился. Туалетную бумагу надо купить. Ну, вот такие моменты, поняли? Вот, продукты что-то готовить. У нас кроме солянки и оливье ничего нету. На второе нету ничего. Поэтому сейчас кушаю. Вика меня ждет. Она позавтракала. Думаю, она со мной пойдет, по-моему. Все. Вот так. Что-то такое поналожила, оно повываливалось. Ну, короче, пойдет. Нам приятного аппетита. Сходили с Викой в магазинчик. Вот это все продукты. Две сумки. А ну, сына, помогай маме. Сметана. Приправа. Это я себе рыбку. Два пакета. Да. Масло кусочек. Сыра кусочек. Что тут еще? Лук. Закончился. Груши вот такие попробовать. Такие интересные. По штучке взяла. Молоко. Так, что тут еще? Что-то еще. Морковка. На. Стоит, ждет шоколадки. Нету, я не покупала, правда. Тосты вот такие какие-то Вика взяла. Выбирала. Это тебе. Это мороженое вам с папой. Угу. Творожок взяла. Это пшеничную крупу. Еще вам мороженое, мяско. Хочу подливку сделать. И еще вам мороженое. А ты говорила, что ничего не надо. И колбаска. Все. Вешай. Так. Дальше. А тут уже такое все. Не... Как это сказать? Не продукты. Короче. Это, наверное, вот так сюда. Спасибо за мороженое. Папе дай. Он ждал. Вот такие две масочки взяли с Викой по масочке. Это прокладоны. Это Сережка просил одноразовые станки. Это Вика себе взяла какой-то шампунь. Взяла мочалку, бы прохудилась. Это тоже Вика целую серию себе взяла. Вот такие. Шампунь, маска и походу бальзам. Такой спрей. В общем. Дальше взяли щетки обновить зубные тоже. Дальше это я шампунь себе взяла, мой любимый Фрутис. Все позаканчивалось, и бальзам тоже. Это Вика какой-то маску тоже взяла. Сима. Это гигиена. Это, ой, вот такой. У нас позаканчивалось все. Порошок взяла в капсулах, тоже закончился. И все, и там туалетная бумага забрали. Хотела три взять, но было всего два. Две упаковочки. Пока хватит, потом докупим. Вот так вот. Вот это такие у нас закупы огроменные. Огроменные просто. Готовлю мяско. Сейчас кину водичку, будет подливка. А здесь каша пшеничная. Еще туда масло добавлю. А тут у нас подготовочка к кино. Будем смотреть какое-нибудь. Надо отвлечься как-то.
и квасик. Еще там рыбка есть. Как-то отвлечься хочется, а то крыша едет. И вообще так дни летят. Сегодня один выходной, туда-сюда. Мы пошли в магазин с Викой. И уже все, вечер, уже темно. Сколько время? 5 часов уже. Все, и завтра уже на работу, причем всем на работу. Очень быстро время летит, когда выходной. Вот такие вот дела. Приготовлю. Хотим посмотреть фильм. «Не беспокойся, дорогая», по-моему, называется, да. Пострели трейлер вроде такой. Что-то такое интересное, вроде бы как. Вика смотрела, говорит, ну такой, прикольный. Так что посмотрим, расскажу. Ночной дежур. Я тебя словила, видишь, засекла. Так, тут у меня подливка. А как, кстати, подливка? Вкусная? Сереж. А, ты видео смотришь. Я говорю, подливка как? Вкусная? Да. Ну, ты ж кушал с кашей. Я бы хотел чуть-чуть подсолить. Малосольная, да? Ну, тут мы все... Вроде как бы кажется. Ага, чуть-чуть можно и подсолить. Ну, ладно, уже потом. Так, посмотрели мы фильм. А, как называется? Не переживай, дорогая. Не, не переживай, дорогая. Не беспокойся, дорогая. А, не беспокойся. Прикольный фильм, да, такой. Зачетненький, интересный. Такой фантастика трошки. Ну, не трошки, а прям фантастика. Вот, так что, да, рекомендую посмотреть. 22-го года фильм. Такие дела. Все, у нас уже... А, 8:30 только. Боже, а меня в сон клонит уже это, целый вечер. И моментами фильм смотрела, и интересно, и понимаю, что я залипаю, прямо спатеньки хочется. Надо раньше сегодня лечь, чтобы завтра на работе быть более несонливой. У нас новый день, уже вечер, с Викой отработали. Хочу показать, мы у мамы сейчас в гостях, как она елочку себе поставила. Маленькая такая. Нормально, да? Ага, красивенько. Ты что? Вообще. Класс. Эти бусики еще. А ты, мама, мал. Так, а мыша год дракона. Куда ты мышу эту припухла? Так, все игрушки туда поставила. Да? Да. Понятно. Вот там не схотіла дождик уже вішать. Наверху. Да. Та важко уже наверх підніматься. Та понятно. Ой, так, фу, давай. На улице все розтаёт, у нас така слукота. Мокрота, неприятно прям. Ага, плюсову температуру передаю. А мы с Викой взяли тортик, то приехали сегодня к маме проведать. Давай, а. Отой стол використовуємо, чи цей тумбочку притягнемо? Та тумбочку, зачем нам ті столи? Ми... Опять Ілія появилась отака, по 37 гривень. О, клас. Уже не по 36, а по 37. Надо взяти. Страшно. Все, короче, у мамы. Пригнались от мамы, как всегда. Серенький, вот это, наверное, для тебя. Сало перекрученное, свежак. Свежок, вот то типа на бутерброды. Едет. Не, перекрученное. Все, понял. Мама, как всегда, пюрешку. Огурцы. Это я взяла, брату отправлю стельки. Такие стельки, видишь, взяла все, подогрев, на работе нашла. Угу. Кажу, можно я заберу, чьи стельки все? Это забирай, отправляй, говорит. Вот, короче, вот такие. Что тут, мама, еще 10 яиц. Кажется, это надо все в котлеты. Блин, ты понимаешь, ну вот что за... Сыр, колбаса, курица, Алия, компот, а это мама этому Назару передала. Вот такой вот в школу таскать термос. Картошка, огурцы. Вот у нас огурцов нету, да? Ну, да. Мама же нам открыла на ужин и этот. Еще и торт тот, что мы принесли, хотела спаковать. А мама же у нас сладкоежка страшная. То я уже говорю, мам, Вика вообще психовала. Говорит, бабушка, если ты будешь нам все так грузить, мы к тебе в гости не будем приходить. Она же обижается, я это не поем, я для вас все готовила, все покупала.
такая прям компотик, алию. Тут алию вниз. Пьянствуем. Квасик. Да. Ой, ладно, все. Пришли уже времечко отдыхать. Конечно, здесь мне даже все? Это стельки. Стельки, Андрей. Все туда стельки? Все, коробка стельки. Супер. Да, ну хоть греть, потому что мерзнут ужас они там, бедняжки. Ну, короче. Не только Андрею, там и пацанам, которые вместе шли. Все, ребята, я отдыхать, завтра опять на работу. Сегодня хорошо кушать, хоть не надо готовить. Наготовлено. И то спасибо. Еще и мама напередавала. Это капец. Ой, дай мне квасику. Убирай. А компот, кстати, сладючий, как для вас, Назаром. Явно не для нас, Вика. Вкусный. А что сметана на столе? А, то я поставил. Угу. Все, ребятки. Быть добру. Всем пока. Быть добру. До завтра.